Всем привет и доброе утро. Он тут выбил пару вкусняшек, а точнее посохи. Очень хорошие, очень дорогие посохи. Один получается. Хеловская база — это Архонстав. И один рунстав — это, наверное, найтмеровская база. А может даже нормальная база. Добрый вечер. Ну, в общем, это не суть. Этим посохом я не собираюсь никого бить. Я хочу сварить в этом посохе или в этих посохах КТА. Если у меня получится хорошая КТА, то я буду спекаться обратно в Новосорку. Хотя я, наверное, сначала потыщу его из со своей нынешней соркой. Сколько дамага мне нальет энчант. Тем более, это энчант третьего левела. Это, думаю, должно быть очень много. А этот посох дает нам 2 энчанта и 2 к энерджи шилду. А тут получается 3 к энчанту. Дорого-богато, дорого-богато, ребята. Сейчас вот сидел тоже почти что час, скупал все рунки. Ну просто, блин. Либо народ не проснулся, либо что. Такой трэш происходит. То перепуганные, то какие-то, не знаю, там, короче. Залетают все такие кипишные. Что, начнем с Архонстафа, да, наверное. Колтуаранс варится во всех оружиях. Нам нужны рунки. Амнрал, Мал, Ист и Охм. Амн. Раз, два, три. Рал. Раз, два, три. Мал. Раз, два, три. Ист. Раз, два, три. Охм. Раз, два, три. Ну и сразу закинул 3 хелки. Вдруг что-нибудь получится, чтобы переваривать. Что? Что, давай поболтай, расскажи. Доброе утро. Че, начнем? Амнрал Мал, да? Амнрал Мал. Ист. И Охм. Блин. Ух ты, 2-5-2. 2-5-2. Почему же Battle Commander такой? Что у нас стоит Call to Arms 2-5-2? Просто посмотреть, стоящее это как бы или Доброе нет. Утро. Или можно сразу ее стирать и новую варить. Я просто вот этот первый стат, я не совсем понимаю вот этот. Battle Commander — это что такое? Что он дает именно? Battle Commander — это время длительности или что? Battle Order, Battle Commander, как это перевести? Battle Commander — боевой приказ. Добрый день. Ха-ха.
ты, а вообще ничего, да? Получается. Чем были проданы 2-5. Дорого-богато, да, если там шестерка. А если пятерка? Три векса гулист. Пожалуйста, ло. Добрый день. Слэйл. Не, ребят, короче, будем переваривать. Ну его нафиг, как бы, заморачиваться с этим. Не вижу смысла. Здравствуй, здравствуй. Так, давай, фермам, раз, два, три. Для начала три, давай. Хобана. Раз, два. И заново поехали. Амрал Мал Ист. Добрый день. Рал Мал Ист. Ох. Ох, нихера, 4-4-4-4. Дорого-богато. Почти, да? Почему не 6-6-4? Сука. Я в прошлом сезоне 25 раз переварил, пока у меня получилось. И то у меня получилось там не 6-6-4, да, а 6-6-1, по-моему. 6-6-2. Ну, короче, верхние статы то, что надо, а нижние на этот Battlecry мне вообще наплевать. Хоть его вообще удалить оттуда. Добрый день. Боевые команды, боевые приказы. Положим пока его. Аккуратненько, аккуратненько. Добрый день. Рау. Где малый? Алло. А вот. Мау. Тут истик. Так. Рал Мал Истохан. Рал. Добрый день. Мал Ист Охан. Ебать, ребята! 6-6-2. Вот тут просто можно обрызгаться, а? Это 6-6-2. Сука. Ой, блин. Чё-то... Уф. Шесть-шесть-два. Это просто пушка-бомба. Такие GTA. Добрый день. Ну вот, был продан час назад. Ну, с такими статами. Ну, там 6-6-4, да ладно. 13 беров. У меня 6-6-2. Вот, 6-1-6 за 8 беров.
6-3-6-7 джахов. Шесть, четыре, шесть, шесть джахов, шесть биров. Ядрен батон. Вот, за 7 биров. 6-2-6. 16 часов назад. А такая пушка, это вообще будет. В такой пушке будет просто пушка цена. Добрый день. Такая пушка, наверное, два раза поднимает цену. Что еще? Когда же щелду добавит этот. Эх, простите. Зевака сегодня как не проснусь, надо еще раз покурить. Кофе пью, что-то, блин, как-то. Не, блин, я очень доволен. Сейчас, наверное, ту еще переварим. Там 3/4. Домучаем ее. Так, конечно, было поинтереснее для меня. Добрый день. 43 секунды. Да. Так, купил вчера сигареты на заправке, блин. У нас раньше, ну, были пачки по 6, по 8, потом по 10, потом по 12 евро. Сейчас по 15, по 20 евро есть пачки, да. И надо хоть смотреть, что выгоднее. Я вот всегда как, ну так вот, то курил Айкос, сейчас опять на сигареты что-то перелез. Потому что Айкос, ну, проблем много там, да, забот, не накуриваюсь, короче. Поначалу я брал, было 15 евро, 50 сигарет. Потом они давай скидывать, сделали 58, потом 56. А, добрый день. 50, сделали 48, потом 46. Теперь уже 43 сигареты, а цена все та же. Это какое-то, блин, ну, несправедливость. Они как бы знают, да, что курящие и будут курить дальше. Есть пачки по 20 евро, но я не готов платить. Там получается не 50, а 6, сколько там? 60, по-моему, сигарет. Ну, получается на 17 сигарет больше, да? 5 добрый евро день. Дороже. Интересно, надо посмотреть, подумать. Пачек 100 евро, если по 20 евро пачку брать, да? 60 сигарет. Добрый день. 300 сигарет. 60 штук. Там пачка в карман помещается, там такой кирпич. Это да, ужас. Погодка так и шепчет, а? Весна полным ходом идет. Добрый день. Кстати, всех поздравляю с праздником. Христос воскрес. Не знаю, кто откуда, но у нас уже в Германии Пасха идет полным ходом. Вчера было пасхальное воскресенье, а сегодня первый пасхальный день. В
эти дни просто вообще. Никого не видно, не слышно. Все где-то по домам, со своими семьями. Такой божественный тихий праздник. На эти дни просто, как скажем так, грубо, добрый страна день. Вымирает. Курю и, наверное, тут 4-4-4 переварю КТ-шку. Попробую. Что там еще? У меня есть пару роллов. Не зря же я рунки покупал. Может, что-нибудь получше прокнет. Добрый день. Солнце светит, пипец. Ничего не видно на мониторе. Добрый 4, день. 6-6-2. Просто бомба. Лазь, вот этот прокнет, блин. 6-6. Это вообще будет. Да, давайте переварим его. И будем тянуть кота за яйца. Так, у нас пока всего два мало, да? А потом перекинуть будет. Ага, момент. Значит, он на трейдере сыграла. Посмотрим, что там у нас. Добрый день. Мало, братан, мало. 11 беров. 55-ка стоит. Я просто крафтил инфинити тут на днях. 6 штук. И 2 прокнули. Ну, инфинити, которая для сорки, да, для нового сорки. Которая в руках держится. И 2 из них у меня получились перфектные. 55. Light Resist. Такие инфинити стоят. 15 беров. Добрый день. Пихают все. 10-11 беров. Ну, халявщики, короче. Просто халявщики. Хотя все за дарма забрать. Я посмотрю, чем были проданы. Давай дадим ему 15 беров. Скажем, братан. Сейчас этому сначала. Добрый день. 15. И этому 15. Кто из них согласится, тот и заберет. Я раздаривать не собираюсь. Когда я искал себе. Никто за такие цены не отдавал. Ладно.
перекрачиваем ТАшечку. Четыре, достойно, тоже да, достойно. Добрый вечер. Так, опять открываем. Рал. Мал. Ист. Охом. Ух, ребята. 4-6-3. Вот это уже можно оставить. 279 ЕД. 4-6-3. Да. И вот так пока оставим. А потом добрый посмотрим. Вечер. Может быть, не знаю, конечно. Не, разыгрывать ее точно не буду. Это очень, очень дорогое. Такая КТА будет стоить, блин. В такой палке. Блин, дорого-богато. Такая палка сама стоит по себе. Беров 10. И плюс такой ролл еще раз. Беров. 7, наверное, 8. Вот такие вот дела, ребят. Всем спасибо, кто был, кто смотрел. Ставьте, пожалуйста, лайки. Это поможет мне в продвижении моего канала. Ну и заходите на стримы. Добрый вечер. Стримлю практически каждый день. Стараюсь развиваться, подниматься. Ну и с вашей помощью все будет гораздо быстрее и проще. Всем спасибо за внимание. С вами был Женя. Всем приятных праздников. Ну и мирного неба над головой. До следующего раза. Пока.